В общем, всем привет! Сегодня на объекте вот собрали вот такую вот конструкцию. Это у нас мойка со смесителем для работы. Чтобы не гадить мойку заказчиков, мы вот сами для себя собрали вот такую вот импровизированную мойку, куда будем сливать отходы, мыть руки, мыть инструмент. В общем, раковина большая, можно мыть в нем все, что угодно. Собирается она несложно, мы собрали ее практически из отходов. Единственное, что купили, это смеситель, это поддон и сифон. Все остальное у нас осталось с предыдущего объекта. Поэтому сейчас я покажу, как это все происходит, как это делается просто. Все, что здесь, из чего собран каркас, можно заменить на любой хлам, который у вас есть, в общем. И собрать себе аналогичную раковину для работы. Тазик для набора воды, там на дне будет сифон, столик будет из гипсокартона, смеситель для раковины нашей импровизированной, которую тоже будем мастерить, такой вот недорогой смеситель, взяли в Леруа Мерлен, 1000 примерно, 100 рублей где-то, ну вот так как-то примерно будет стоять, только без этого гусака. Повыше. Вот так вот. Здесь будет переходник и шланчик. А с этой стороны будет выход с двумя шлангами.